А минувшей ночью тысячи жителей нашей страны не сомкнули глаз. С наступлением темноты свои двери для посетителей открыли сотни российских театров, музеев, выставочных залов. Все это в рамках акции «Ночь искусств». В столице в концертные площадки и подиумы превратились даже некоторые вокзалы. На Киевском под зажигательные песни в исполнении участников проекта «Голос 60+» зрители не могли устоять на месте. А в Севастополе состоялся показ мод под открытым небом. А в Петербурге устроили настоящий фестиваль света. В Москве те, кому удалось попасть на Останкинскую башню, смогли увидеть рассвеченную огнями столицу с высоты птичьего полета. Кстати, сама башня, которая отмечает свой день рождения, предстала сегодня в новом образе. На ее фасадах до полуночи будут транслировать видеооткрытки.